Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников и скульпторов, их автобиография. Симон Мармио, французский и бургундский, ранее ново-нидерландский художник, писавший картины на досках и иллюстрировавший рукописи. Мармион жил и работал на территории современной Франции, но большую часть своей жизни провел в герцогстве Бургундском в Южных Нидерландах. Я пользуюсь переводной Википедией. Как и многие художники его эпохи, Мармион происходил из семьи художников. Его отец и брат были художниками. Известно, что Мармион работал в Амьене с 1449 по 1454 годы, а затем в Валансиене с 1458 года до своей смерти. Пользовался покровительством Филиппа Доброго, герцога Бургундского. Работал на нескольких членов герцогской семьи. Один из его современников называл его принцем иллюмината. Хотя Мармион наиболее известен своими иллюминированными рукописями, он также создавал портреты и другие картины, алтарные образы и декоративные работы. Стилистически он находился между своими французскими и фламандскими современниками. Фламандскими нововведениями в композиции, в пейзаже. Его перспектива обычно технически безупречна, но пропорции фигур часто неуклюжи, а позы довольно неестественны. Создал множество традиционных часословов и других рукописей. В часослове, который сейчас находится в Неаполе и известен как Флора, он нарисовал 22 полностраничные миниатюры, на которых впервые изобразил крупным планом небольшие группы из нескольких фигур, профиль, что является его самым характерным изображением и, возможно, его величайшим достижением. В библиотеке Моргана и в библиотеке Антингтона также есть прекрасные часословы Мармиона. Многие сцены в петербургских хрониках содержат поразительные изображения на эти темы: ад, рай, предвосхищающее изображение Иеронима Босха. В период с конца 19 до середины 20 века историки искусства приписывали Мармиону различные работы. Творчество Мармиона насчитывает около 40 рукописей и панельных картин. Часослов Симона Мармиона – пример моды на очень маленькие, но роскошные часословы. Умер 25 декабря 1489 года. Ну вот так вкратце о французском и бургундском, ранее ново-нидерландском художнике, писавшем картины на досках и иллюстрирующем рукописи, Симон Мармион. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.